Всем привет, с вами Алис Пар. Вернулась к вам с новым видео. Возьмите с собой кофе, присаживайтесь на диван или можете оставаться, лежать в кровати или где вам угодно, в какой позиции, чтобы вы чувствовали себя комфортно. Кстати, вы заметили мою новую атмосферу, потому что раньше я всегда, так как я живу в студии, то есть у меня нету там несколько комнат, у меня всегда была отделена для снятия видео специально такая отдельная, как бы такое место, такой сетап, который я делала, где место возле кровати было, и моим зеркалом делала мейкап. Более такое, самое такое эстетичное место было. Я всегда мечтала доделать на самом деле вот этот вот уголок с дивана, потому что мне самой очень нравится и хотелось бы снимать вот видео в таком, как знаете, с кофейным столиком, на диванчике, тоже так, все такие полочки красивые, все так по-эстетичному. И мне кажется, наконец-то я этот уголок закончила, я могу снимать на этом уголке, так что... Итак, давайте перейдем к основной сути, это тема этого видео, это 5 самых лучших онлайн-магазинов с обувью, одеждой и аксессуарами по доступным ценам. Сейчас, в наше время, все, большинство людей покупают онлайн, но, к моему просто удивлению, даже здесь... людей, которые я знаю, до сих пор покупают в обычных вот сторах, в магазинах самих физических и до сих пор боятся покупать онлайн. Поэтому я такая подумала, слушайте, на самом деле, почему люди боятся покупать онлайн? Тут просто нужно именно знать, где покупать, в каких магазинах нужно именно знать эти магазины. Опять же, конечно, нужно знать свой размер, но ключ к тому, что покупать, это именно просто знать, где. Итак. Вот, чтобы вы понимали, весь мой гардероб состоит из, вот как я уже сказала, да, 80% это онлайн покупок и 20% это в физическом магазине. Так, внимание, 20% с физических магазинов, где я покупаю, это только Zara. Вот серьезно, я либо покупаю онлайн, в тех магазинах, которые я вам скажу, либо я покупаю в Zara в самом сторе. Вообще, я обожаю Zara, вот серьезно. Кстати, на мне аутфит сегодня весь из Зары. Сережки Зары, кофты Зары, юбка Зары. Так, номер один магазин, мой самый-самый любимый, вообще на обожаемый. Если мне что-то нужно, и я сначала проверяю именно этот магазин, это Missguided. Одна из причин, почему я именно покупаю очень вещей много из Missguided, это если вы увидите даже, написано 40% off у них, то есть у них 40% скидка на полностью на весь магазин. У них очень часто различные всякие вот такие вот промо проходят. 40% скидка, 50%, там 20% или какие-то разные, знаете, вот deals, ты что-то можешь брать. Я всегда иду, допустим, в New In, чтобы вам просто показать, какой сайт, какие у них, в принципе, стиль. Ну вот в New In, это самое то, что только что пришло, да, у них, конечно, очень много в таком более вот стрит-стайл коллекция, более такая спортивная. И если вы посмотрите, то кофты, пиджаки $20, 18, это без скидки, понимаете? Когда у них 40%, получается 18 минус 40%, то есть это очень дешево. То есть получается это $10 за кофту. Смотри, о май гад! Я обожаю вот этот вот, просто нереально. Oh my god, I love this one. Блин, какой комбинезон клевый. Смотри, он $52, и сейчас у них идет скидка 40%, то есть он где-то будет $30 с чем-то. Oh my god. Капец. И вот причем, знаете, у них все, что как выглядит на манекенах, ну, в смысле, на манекенах, на моделях, на самом деле, вживую у них также все сидит, в принципе, хорошо. Очень редко, когда у меня было, я заказывала что-то, и мне что-то не подходило. Главное просто знать свой размер. У них есть таблица, я всегда на себя заказываю размер двойка, это двойка или четверка, это, получается, extra small или small. Знаете, я всегда к ним захожу, и у них всегда вещи самые трендовые. Второй сайт, он называется Pretty Little Thing, он похож. Pretty Little Thing и Missguided не похожи очень стилем, даже если вы зайдете на их сайт, можно увидеть сходимость какой-то стиле, фотографии, в принципе, но на самом деле
Многие там говорили, о, у них даже там одинаковые вещи какие-то топы, но если вы побьете там любое, не знаю, какое-то платье или там платье-пиджак, вы не найдете ни одну вещь, прям одну, один и тот же, потому что это не так, что Misguided или Pretty Little Thing, они покупают там просто у кого-то, то есть они именно делают свой дизайн, у них у самих своя как бы фабрика, они не где-то там покупают в Китае, правильно? Они делают именно свой дизайн. Pretty Little Thing у них слегка немножко подешевле, чем в Misguided, слегка чуть-чуть, мне кажется, разные цены, но я что могу заметить, что в Pretty Little Thing в качество слегка похуже. Не на все, конечно, вещи, но на Pretty Little Thing ты можешь купить хорошие куртки, топы, в принципе, платья. Я слышала, что платье очень хорошего качества. Допустим, если ты хочешь заказать джинсы, то джинсы лучше покупать на Misguided, потому что у них лучше качество, чем в Pretty Little Thing. То есть, опять же, в Misguided там очень все хорошее, в принципе. Что бы ты ни купила, там все хорошего качества. По крайней мере, мне везло, что бы я ни покупала, в Misguided было все отличное качество. Pretty Little Thing, то есть там именно нужно выбирать или именно нужно знать, что покупать, знаете, там не все хорошего качества и не все так подойдет. Следующий сайт это Boho. Все, мне заело. Грузится. Я не все там заказывала, мне кажется, там у них, в принципе, прикольное нижнее белье. Если кто-то любит покупать нижнее белье, я стараюсь покупать это онлайн, и не знаю, где там что-то подешевле. И вот нижнее белье мне нравится в Boho, оно очень, особенно такое, знаете, вот что, как называется, как он, loungewear, или то, чтобы ты носила дома какую-то, как пижаму, какие-то штанишки, шортики, знаете, там очень прикольно. Вот я не знаю, почему-то с других сайтов я не заказываю, а вот на Boho мне именно нравится заказывать такое, как loungewear, что можно носить дома. То есть в Boho, в принципе, также дешево, и у них также очень часто есть всякие deals, 50% off, но там же, опять же, в Boho нужно что-то смотреть, и там, опять же, как, именно знать именно категорию. Может быть, это лично для меня, но именно в Boho я только шоплюсь на какие-то более домашние вещи. JLux Label, он слегка подороже, и то есть там платье, допустим, самое дешевое $50, но JLux Label, он просто для меня какой-то считается очень элегантный, то есть там не продаются вещи в стиле какой-то стрит-стайл, хип-хоп. То есть если вам именно нравятся такие элегантные женственные платья, подчеркивающие вашу фигуру, то я бы 100% порекомендовала пойти на JLux Label. Мне безумно нравятся их вещи, мне даже просто нравится, как они ведут свой Instagram, вся их social, это медиа, безумно, у них стиль офигенный. Хорошее качество, у них именно такие, знаете, продаются различные юбки, платья, кофты, которые именно подчеркивают такую женскую сексуальность, и они безумно красивые. Но так как я видео назвала по доступным ценам, поэтому я это просто подпрягу как в бонус, но он не сказать, чтобы он немножко доступный, а более на такой дорогой стороне, но если вам нужно какое-нибудь охерительное платье, которое просто сделает отвиснуть челюсть у всех, то вам нужно идти на Мяшки. Мяшки, я не знаю, если в России популярны здесь, но здесь, о май гад, у них просто каждое божье платье, это просто, это нереально. И знаете, в Мяшки у меня есть на самом деле три платья. Красное, если кто не видел, я выставляла несколько раз в Инстаграме, красное платье просто божественное, а у меня есть белое платье короткое и есть такое розоватое, блестящее, которое розово-блестящее, оно стало популярным, мне кажется, года полтора назад, оно у меня уже полтора года, и я помню, как только я его купила, и через пару месяцев оно стало бум, просто по всему Инстаграму всех девушек можно было увидеть в этом платье. Дженнифер Лопес была в этом платье. И сейчас даже можно на AliExpress купить просто копии. Но дайте я вам скажу, что оригинал этого дизайна, этого платья, оно пошло от Мяшки. Это все магазины онлайн, где я просто обожаю шопиться. Я надеюсь, это видео вам будет полезным. Я рассказала что-то полезное. Спасибо, что вы меня смотрели.
Ставьте мне лайк, если вам понравилось это видео, и напишите мне в комментариях, если кто-то из вас шопился уже в одних, в одном из этих магазинов, или вы шопились во всех, или у вас есть какой-нибудь самый офигенный который онлайн-магазин, который вам нравится. Только, пожалуйста, не включайте AliExpress. Я знаю, что в России в AliExpress очень много шопится. Мне папа сам говорил, что в России у нас там у меня брат только в AliExpress. Но AliExpress я даже не включаю, потому что там, во-первых, нереально это ждешь по месяцам, 3 месяца, когда тебе придет. Это вообще я сразу убираю. И опять же, это всегда как кота в мешке получаешь, потому что на фотографиях одно, а приходит тебе вообще другое. Из этих сайтов, которые я сказала, такого никогда не будет. Все очень быстро и все просто самого лучшего качества. Поэтому, да, всем огромное спасибо за просмотр. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Так что не забывайте ставить палец вверх. Подписывайтесь на мой канал. И я вас увижу очень скоро. Пока.